С января вырастет базовая ставка 228 рублей вместо 212. Благодаря этому увеличится зарплата бюджетников. Основной элемент тарифной системы в 2022 поднимали уже 5 раз. Показатели растут из-за положительной динамики в развитии социально-экономической сферы. Комитет госконтроля следит за ситуацией на рынке в преддверии Нового года. Это касается соблюдения законодательства о ценообразовании. Ключевая задача – обеспечить широкий ассортимент продуктов на праздничный стол и их приятную стоимость. Аграрии Могилевской области начали подготовку к новой посевной. В Бобруйском районе, несмотря на немалый снежный покров, специалисты вывозят на поля органику. Всего потребуется свыше 270 тысяч тонн. Одновременно ведется накопление минеральных удобрений. В Бобруйске парень и девушка пытались вынести из магазина 6 пар обуви на сумму более 3000 рублей. Как известно, в помещение молодые люди зашли с пустой сумкой и рюкзаком, а вот выходили уже с полными. Сотрудники вызвали милицию, возбуждено уголовное дело. В художественном музее 22 декабря откроется персональная выставка Тихона Абрамова. Работы местного скульптора и художника-авангардиста известны в 14 странах мира – в России, США, Франции и Израиле. Начало в 17:00. Адрес Горького, 28.